Ты откуда? Казахстан. Понятно, а сам откуда? С Казахстана вообще или приезжий? Нет, Казахстан. Ну ты ж по национальности не казах? Нет, русский. Ты русский, понятно. Что скажешь по поводу ситуации на границах Казахстана, что русские массово бегут в Казахстан? Ну, как сказать, правду? Ну, конечно, хочу правду. Если бы меня бы, блядь, позвали служить, я бы пошел бы служить. Пошел бы воевать, да? Да? Понятно. Поняла, в принципе. Я говорю, я, в принципе, поняла Я твою бы логику. пошел бы за Россию и все. Да, а вот скажи... Вот, слышишь меня, да? Алло, алло, алло. Слышно? Вот, а хотел бы, например, чтобы Казахстан был в составе России, например? Ну, чтобы вот, ну, например, Россия присоединила Казахстан к себе, например. Ну, а почему бы и нет? Не против, да?